Пшено – это семена проса, растения, которое является одним из древнейших культур. Раньше пшено называли «золотая крупа», хотя оно бывает не только желтым, но и белым, серым и даже красным. Пшенная каша – традиционное блюдо восточных славян. Она отличается от других круп, прежде всего высоким содержанием жиров и способствует выведению из организма антибиотиков. Поэтому ее рекомендуют употреблять во время и после курса лечения препаратами. Пшено считается одной из наименее аллергенных зерновых культур. Оно очень легко усваивается организмом, поэтому подходит даже для людей с чувствительным пищеварением. Пшено содержит 70% крахмала, 15% белка, содержащего незаменимые аминокислоты, а также большое количество жира, клетчатки, небольшое количество сахаров до 2%, витамины В1, ПП и большое количество фосфора, калия и магния. По содержанию белка пшено превосходит рис и ячмень, а по содержанию жира уступает только овсяной крупе. Белки пшена включают незаменимые аминокислоты – трипнин, валин, лицин, лизин, гистидин, а также жирные кислоты, микроэлементы, ферменты. Витаминов группы В в нем больше, чем в зернах всех остальных злаковых культур, фолиевой кислоты вдвое больше, чем в пшенице и кукурузе, фосфора в полтора раза больше, чем в мясе. Пшено содержит значительное количество цинка, йода, калия, натрия, магния и брома. В народной медицине пшено считается продуктом, дающим силы, укрепляющим тело, особенно мышечную систему. Просо является прекрасным средством от запоров. Оно выводит из организма остаточные антитела и продукты их разложения, поэтому всем, кто лечится антибиотиками, рекомендуется обязательно раз в день есть пшенную кашу. Пшено быстро разваривается, оно пригодно для рассыпчатых каш, пудингов и других блюд. В то же время блюда из пшена полезны при атеросклерозе, сахарном диабете и заболеваниях печени в связи с их липотропным действием. Пшено оказывает мочегонное и патогонное действие и используется при лечении водянки. Оно способствует укреплению сломанных и поврежденных костей и соединению мягких тканей, а также заживлению ран. Пшенная каша благотворно действует на организм и при атеросклерозе, и при сахарном диабете, и при болезнях печени. А при воспалении поджелудочной железы рекомендуется съедать ее по тарелке в день.